Я очень рад приветствовать вас на самом масштабном туристическом событии года. Это уже наш третий региональный форум. Когда мы задумывали первый, многие считали, что это авантюра, что в таком формате проводить в одном зале, да, собирать такое количество участников, такое количество гостей просто невозможно. Все вместе мы с нашей командой доказали, что это не просто возможно, а что это самая лучшая практика и самый лучший проект, который существует на нашем рынке. Очень положительные эмоции, общение с ательерами, с туроператором – это всегда полезно и интересно. Такие форумы – это действительно то, что сближает ательеров и работников туризма, агентов и так далее. Я напрямую познакомилась с теми, кто к нам отправляет людей. Теперь они видят, что люди в наших руках, они в надежных руках. Знаете, была эта выставка в Москве, MITT. Это типа выставка каждому городу. Это поэтому очень эффективно. Он дает такую возможность нашим партнерам получить много полезной информации, познакомиться более ближе с ательерами. Ну, самое главное – это контакты ательеров. То есть, как сказали они сегодня, это рука в Турцию. У нас есть возможность сразу одновременно в каждом городе встретиться, вот, допустим, до этого было 470 агентств уже. В общем, у меня ощущение, прежде всего, неординарности. Достаточно оригинальная организация, которая, во-первых, для нас самих проходит очень интересно, с кайфом. Скажем так, такой продолжительный форум, то есть у меня в первый раз. То есть надо признать. Нам очень полезно. В одно время очень много агентства. Я думаю, это очень-очень полезно для них тоже. Вот в одно время столько ательеров встречать их, отвечают. Подарки раздают.
какие-то такие нюансы уточнить, которые, например, не пишут или на сайте, или не совсем развернуто пишут, например. Здесь можно узнать всю информацию, интересующую клиента. В этом году даже количество хотельеров, это просто, я очень была удивлена их количеством. Всегда такая хорошая обстановка, и подарки, и бонусы всякие, розыгрыши. Третий раз. Нам нравится. Шумно, весело, эмоционально, красиво. Очень много рекламы. На самом деле очень все динамично, очень много стендов, много информации, интересно, хорошо. Мы ездим с многими туроператорами по разным городам, но чтобы было вот так, никто не делает, к сожалению. Как-то знакомятся вообще с отелями поближе, узнают больше, невозможно же все посетить.
очень полезное мероприятие, потому что оно дает возможность и напрямую пообщаться с теми, кто в регионах предлагают. Спасибо огромное за такие мероприятия. Интурист вообще супер. Вот такой вот формат, это нетрадиционное род-шоу, нетрадиционные там, допустим, бизнес-завтраки, бизнес-ужины. Это возможность, конечно, в первую очередь увидеть непосредственно большое количество турагентов. Желаю развиваться. Желаю расти. Максимум процветания. Как можно больше хороших, больших самолетов, которые бы возили туристов. Я желаю удачи интуристам, процветания, чтобы побольше продажи были. Вот такая организация ни у кого нету. Это как выставка же. Это просто, как вы говорили, это форум. Это туристический региональный форум. Они нам дали очень позитивную работу. Спасибо интуристам за такую хорошую форум делали. Been thing, why 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 been thing